Что за сюрприз? Садись. Это тебе. Часы, что ли? Открой. Беременна. Ты не шутишь? Нет. Честно? Да. Офигеть. Офигеть. Ты моя сладкая. Ой, ты моя хорошая. Так нельзя делать. Нельзя. Все. Какая ты умничка у меня, а. Ой. Давайте бокальчик сухого и Павлову. А мне вот эту рыбку, потом салат овощной и морс. Все. Да. Ничего себе, спасибо. Ты что, стала есть еще что-то, кроме кофе? Да. Я даже вчера твое платье надела. Да ладно? Ничего. И как Петя? Ему понравилось? Очень. Ну да. Он, кстати, уже придумал имя. Если будет мальчик, то назовет его Сергей в честь отца. А если девочка? А если девочка, выбираю я. Назову Мирославой в честь бабушки. Подожди, она же Бронислава была. А я назову Мирославой, но в честь бабушки. Вот чудесно. Сергеич, на складе подъемник сломался. Я новый заказал. Ну вот видишь, какой ты молодец, горжусь прям. Так, не понял, с чего это вдруг любовь к рабам. Отстой. Не, серьезно, есть новости? Мы скоро станем миллионерами. Ну, если будете хорошо работать, то обязательно. Ну, а пока... Я скоро стану папой. Ну, так поздравляю. Спасибо. А, так, ты, главное, в декрет не уходи. И сильно не поправляйся, а то я толстых начальников не люблю. Договорились. Борис Аркадьевич, новый подъемник будет завтра после обеда. Спасибо, Ленька. Кофеечку мне не сделаешь? Да, конечно. Сергеич, растревожил ты мне сердце. Пойду приударю за Ольгой. А ничего, что ты женат? Так я же не жениться на ней собираюсь. Давай. Здрасте. Тьфу на вас, напугали. Простите, не хотел. Скажите, Нину Михайловну Макарову где можно найти? Так вам уж сегодня выходная. Выходная? А это ей? Да. А давайте я пока в ординатор поставлю. Ага. Труд в холодильник. Главное, чтобы интерна не нашли. Да. Скажите, что это от благодарного пациента, которого она после ножевых ранений спасла. Не волнуйтесь, я все передам. Простите, пожалуйста, я хотел спросить, а вот ссадина у нее на лице, это откуда? Извините, я не в свое дело вмешиваюсь, но просто доктор очень хороший. Мало ли, помощь нужна какая. Ну, это вы у самой Нины Михайловны спрашиваете. Вообще, спасибо. А что за срочность, Нина Михайловна? Вы же были у меня буквально...
Да, но у нас с тех пор все поменялось. Вот. Так, ну-ка. Вот как? Да, вот так. А вы говорили, что не получится. Рад, что ошибся, хотя... Что? Нет, ничего, ничего, все хорошо. Я рад за вас, искренне вас поздравляю. Спасибо. Леонид Григорьевич, я вас хочу попросить. Я хочу, чтобы мою беременность вели именно вы. Даже после того, как я ошибся? Ну, это не вы ошиблись, это я смогла. Ну что ж, я буду рад, ведь ваш случай немножко чудо, а кто не хочет быть причастным к чуду? Чудо, да. Да, чудеса случаются. Вот так вот. И, пожалуйста, Нина Михайловна, с этой минуты прошу вас никаких переживаний. Храните себя как драгоценность. Будет сделано. Тем более, что второй раз это чудо может не случиться. Кто знает, кто знает. Может быть, не Петя. В смысле? Я пыталась все это забыть и... Господи, какой-то кошмар. Мне нужно сделать тест ДНК. А как ты собираешься его делать? В живот иголки будешь тыкать? Да нет, есть более безопасный способ. Для этого мне нужна кровь матери и отца, ну, предполагаемого отца. И как ты собираешься ее взять? Позвоню в клинику, там должны остаться образцы Петиной крови. И если нет, попрошу его сдать, в общем, что-нибудь придумаю. А на каком сроке можно это делать? Мне пока рано, но я буду ждать. Слушай, Нина, этот товарищ, он как выглядел? Ты его запомнила? Обычный. Ангел мой. Тебе нужно постараться забыть все это, как страшный сон. И ничего не говорить Пете. Я все равно сделаю ДНК. Мне нужно знать, иначе я чокнусь. Ты чокнешься, если расскажешь ему правду. Ты сама мне говорила, что у вас сейчас как медовый месяц. Ты хочешь все испортить, что ли? Ниночка, дорогая моя, пожалуйста, не делай этого, а? Я прошу тебя. Миленькая моя, ну ты чего проснулась? Ты же завтра, ты же на работу. Ты же обещала остаться. Да подожди. Слушай, ну там такая история, она там еле ходит. Ну, пожалуйста, найми сиделку. У тебя же есть деньги. Ну, я говорю, тебя прошу, ну оставь. Ну, смотри, пожалуйста. Ну там полгода еще. Нет. Ну, врачи сказали, она не встает. Когда ты переедешь? Ну, когда ты ко мне переедешь? Ну, все. Куда я тебя денусь? Господи, ну что так расстраиваешься? Я здесь, я рядом. Правда? Конечно. Я туда и обратно, и все, позвоню тебе днем. Ты чего? Хорошо. Все, успокойся, засыпай. Не переживай. Все пройдет. Да. Все будет хорошо. Чуть-чуть осталось.
обнимает ее. Держите. Удачи. Спасибо. Ожидайте. Я дома. И я голодный. Привет. Привет. Чё, ужин скоро? Или я в душ успею ещё? Я думаю, ты успеешь еще минут 15 точно. Ага. Есть, да. Хорошо. Слушай, а может, со мной в душ, а? Петь, не надо, по-быстренькому. Ну, чего не надо? Давай по-быстренькому прям. Ну, хорошо, ты... Прости, я... Прости, это все гормоны. Правда, я сейчас на каждое слово реагирую, и я все уберу. Да уж. Все, успокойся. Мой домашний тираннозаврик. Хорош. Пить, хватит, ладно? Эй! Мой боевой хомяк! Ты где там? Эй! Чупакабра ты моя! Ты как там? Не трогай меня! Ух ты! Пожалуйста! Минуль! Слушай, давай я закажу столик на завтра, а? Позвони Светке и этому, как его, ну, хахлю ее. Ну, ты поняла? Да, да, конечно, хорошо, хорошо. Я вообще всю жизнь мечтала быть крестной. Mm-hmm. Потому что я фея. По жизни. Правда, моя тыква все никак не может превратиться в карету. Светочка, а ты сказки не перепутала? Ой. Перед родами обязательно повтори, я поверю. Точно. А где Игорь? Ой, там очень сложная ситуация. Здравствуйте. Ну, жена сломала ногу, какой-то тяжелый перелом, на полгода она будет лежать, поэтому он и по дому, и на работе. Ой. Да. Какой молодец, а? Ой. Петя, завидуй молча, а? Что, молчу? Здесь очень хвалят киноа с морепродуктами. Пожалуйста. Спасибо. Я разберусь, милый. Что? Что будешь пить? Красное вино. Вам, пожалуйста. А я белое. Свет, а может, пойдем отсюда, а? Да, я тогда официанта зову. Можно к нам зайти поужинаем дома у нас? Да. Что, филе дорадо или стейки говяжьи вырезки? Что скажешь? Я буду красное вино. Может, не надо? Ну, здравствуй. Во мне? Тебе. А что это за девушка? Игорь, а что происходит? Да. Где? Вот. Вот, Игорёк. Не знаю. Не знает, он не знает. А вы кто, женщина? Вы кто? Что вам нужно? Как нехорошо получается. Я к вам обратилась девушка, а вы ко мне женщина. Как-то не очень. А что, Игорёк, тебя жена ногу сломала, да? Тяжелый перелом, полгода в гипсе. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы жена же? Ну, бред сумасшедший. А, жена, покажите ее. Нам ваши красивые ноги. Мы вот все хотим полюбоваться, а? Игорёк, твои жены длинные ноги, да? Вот так вот сходили в ресторан. А, да. Сходим в ресторан. Ну что ж ты такой, Игорёк? Игорь! Бред сумасшедшего. Бред, да, я тебе сейчас дам бред сумасшедшего. Давай пойдем, Маша. Слушай, надо сюда. Надо охрану звать. Я тут а вы знаете, что ваш Игорёк много-много лет ходит пойдем, ко мне пойдем. И каждый вечерок пьет пятизвездочный коньяк. Вы как-то очень его избаловали. Что ты мне там машешь? Что ты мне машешь, артист немого кино? Что тебе Слава Чаплина покоя, что ли, не дает? Пойдем. Вот, лучше бы я. Вместо этого коньяку пятизвездочного каждый день себе мужика нового приводил, чтобы он мне кран починил. Потому что руки у тебя из одного места все, растут. Все, все, он все, же все. Вас дома тоже ни черта спасибо, не делает, ребят, правда? Спасибо. Он такой беспомощный. Он только коньяк жрет. И все. А что, Игорёша, я в твои тапки, которые ты недавно у меня оставил, понатыкаю иголок вот сюда вот, в эту область, потому что там за печень отвечаешь. У тебя печень вывалилась к чертовой матери. Ты кобель низкопорожный. Ты сейчас сдохну!
Ну, вот так вот соберешься в ресторан, а тут осеннее обострение. Ты чего? Козел, а? Все, все, все. Ну, куда ты пошла? Зачем тебе это нужно? Эва. Света. Рада знакомству. Приятного вечера. Что происходит-то, а? Какое знакомство? Все, тише, тише. Успокойся. Какого... Милый. Знаешь что, пошел он? Да. Это сейчас больно. Да, больно, я знаю. Будет легче. Да? Угу. Не знаю, я сразу сказал, что не надо мутить женатому мужику. Петь! Все. Свет! Ну, хватит все, ладно? Ну. Зачем так? Ну, это меня послало, да. Довольно? Мы рядом. Ага, хорошо. Ну, ты же сама все знаешь. Ну, ну, сейчас трудное время. Я терплю, ты терпишь. Ну, чуть-чуть осталось потерпеть. Зачем вот это все устраивать? Это жизнь, Свет. Чуть-чуть потерпи, и все. Я тебе обещаю, я с ней. Простите, пожалуйста, поговорю. Это у вас салат с кино? Да я сделаю все. Послушай меня, посмотри на меня. Я никогда тебя не прощу. Спасибо. Девки, я вас обожаю. Свет, я тебя провожу. Петь, вызови еще одну машину. Да, конечно. Ну, что за сволочь? Ну, сволочь же, ну, ну, Нин, ну, правда. Ну, да, да. Ну, да. Вообще, нет, я все понимаю. Я сама дура. Я сама виновата. Потому что никому нельзя доверять. Никому нельзя. И верить никому нельзя, только маме. И тебе еще можно. Ой. Свет. Я забрала результаты ДНК-теста. О. Угу. И? Ну что, и мне страшно посмотреть. А! Они в сумке. Давай я открою. Там? Да. Ну что, что я в сумку? Давай, ну, пожалуйста. О. Запечатали. Так, ДНК биоматериала, дата рождения, это Макар Михайлович. Так, предполагаемый отец Макаров Петр Сергеевич исключается как биологический отец плода. Ну вот и все. Доброе утро. Доброе. Да, я что-то сегодня все проспал. Твой кофе. Спасибо. У нас таблетки есть в башке? Нет, здесь нет. У меня возьми сумки. Предполагаемый отец Макаров Петр Сергеевич исключается как биологический отец плода. Я не понял, это что такое? Петь, я тебе все сейчас объясню. Ну, давай. Старайся.
Помнишь тот вечер, когда я не пришла домой ночевать? И тогда сказала, что меня вызвали на срочную операцию? Да. Я тебе тогда еще дозвониться не мог. И? В общем, тогда не было никакой операции. Это я уже догадался. Давай дальше. Дальше. Петь, меня изнасиловали. В парке по пути домой. Чего? Ты что несешь-то? Хорошо, кто? Петь, ты слышишь, что я сказала? Меня изнасиловали. Да, 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 слышу, слышу. Дальше. Я... Прости, пожалуйста, ладно? Мне надо было сразу тебе все сказать. Я знаю, я... Я просто очень боялась, и... Я не знала, как это сделать. Я пошла к Свете. Ты, кстати, можешь ей позвонить, и она все скажет. Да, я могу позвонить Свете, конечно. Только она твоя лучшая подруга, она тебя по-любому прикроет. Петя, прошу, услышь меня, я ладно? Меня изнасиловали. Я тебя услышал. Давай лучше горькую, но правду. Петь, ну это есть правда. Меня изнасиловали. Хорошо. Допустим. Но когда ты узнала про экспертизу, почему ты мне сразу не сказала об этом? Я... Не знаю, хотела сказать правду, Петя. Я просто искала нужный момент. Я сама вчера об этом узнала. То есть вчера, когда мы сидели в ресторане, ты уже все об этом знала. И Света, скорее всего, тоже, да? Супер. Петь, пожалуйста. Не трогай. Что надо? Ты что, какой красный сосед? Тебе что? Да, днюшка у меня сегодня. Гостей жду, вот решила вас с Ниной позвать. В общем, приходите. Да, подарков не надо. Ну, или, если хотите, можете выпить что-нибудь принести. У тебя все? Да. Давай. То есть, если все то, что ты мне сейчас рассказала, действительно правда, тебя действительно изнасиловали, то получается, это его ребенок. Мы можем с тобой просто сесть и поговорить. Я боялась тебе сказать. Прости, я... Бойся. Теперь всегда бойся, тварь. Сосед, ты не ругайся только, мы уже покурили, сейчас уходим. Дай сигарету. Верь, послушай. Лучше меня сейчас не трогай, Нин. Ты уходишь? Так. Да. Петь. Нин, я подаю на развод. Я к тебе пришлю своего юриста. Он с тобой подпишет соглашение о том, что я не должен содержать ни тебя, ни... Прости, я терпел все. И то, что тебе твоя работа дороже, чем я. И то, что ты себя забросила. Ну, а что заморачиваться? Тому уже есть, да? Ну, зачем? Но вот это вот все, это уже слишком хватит. Так, а где моя куртка? Там, на вешалке. Хорошо. Петь, там дождь за окном, может быть, позже пойдешь. Я могу в комнате посидеть и... Да мне все равно, где ты будешь сидеть, Нин. А я к соседке. Чемодан не трогай, но я завтра заберу. Хорошо. Пока.
Ну что, между первой и 22-й перерыв для слабаков. Давайте, наливаем, наливаем, не тупим. Ну что, самый лучший в мире сосед. Задвинешь тост в мою честь или как? Тебе как? Концептуальный, комический или какой-то конкретный? Ну, мне от тебя любой понравится. Давай, жги. С днем рождения. С днем рождения! Так, я не поняла, мы еще кого-то ждем? Ты знаешь, это вот это было потрясающе. О, Нин, привет. Петя, у тебя? Можно? О, какие люди! А вам кого, мадам? Мадемуазель, простите. Петь, пошли домой, ладно? А что такое? Заскучала, что ли? Так ты позвони своим этим из парка. А тебя сразу развеселят. Ты на работу завтра. У тебя будет болеть голова. Пошли домой. Да, что? Голова у меня будет болеть? Пить, пожалуйста. Нет, у меня нет. У тебя будет голова болеть? У меня? Да. Нет, у меня никогда не болит. Вот это молодец! Вот это молодец, соседушка! Умничка! С днем рождения тебя! Ну, давай, колись. Что там у вас? Что за терки с женой? Жена? Не знаю. У меня нет жены. О, да что? Да. Я теперь холостой. Да. Одинокий, грустный и холостой. Нет. Нет, я, конечно, была бы рада, но только не так. А как? Нормально, по-человечески. По-человечески это как? Не понимаешь. Нет. Ты здесь почему? Потому что с женой поссорился. Еще он напился. Знаешь, что-то мне не хочется быть тёлкой для перепихона из мести. Что-то я не догоняю. Непонятно. Я недостаточно пьяная. Так понятней? Понятней? Не-не-не-не. Где же кружка, сердцу стало не то веселей. Ты теперь моя подружка. Ле-ле-ле-ле, поскорее, да, ты не придумал. Я тебя жду. Там завтрак на столе.
Ой, Нина Михайловна, а Михаил Яковлевич где? Я поменялась с Лепницким. Ну, тяжелую привезли, вторая операционная. Проникающий колото резано в поясничную область. Большая кровопотеря. Утюгальник наш сломался, вот сама бегаю по ординаторским. Главное, в платном отделении все работает. А у нас? Вы себя хорошо чувствуете? Обязательно зажиме. У нас гипотония. Вижу. Готовьте норопериферин. Я думал, пока преднизолоном обойтись. Норопериферин в центральную вену, иначе мы упустим время. Так что, лигатура? Да, а то совсем замучили парня. Мы точно в порядке? Да, все хорошо. Идите. Я сам все сделаю. А Вера мне поможет. Да, конечно, отдыхайте. Нет, я должна быть здесь. Михайловна? Шутейкин Максим Витальевич. Старший следователь, капитан юстиции. Я вас помню, простите, просто сил нет говорить. Ну и что от меня нужно юстиции? Слушайте, я присяду. Да, 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 конечно. Спасибо. Ну вот хотел узнать, как там Виктор Андреевич. Маевский Виктор Андреевич? Ну да. Вы же его оперировали только что, не помните? С ножевым ранением в спину. Ну и что, да? Живой этот мразота порезала, что и Чукина свидетеля. Теперь, получается, Витька и сам свидетель. Когда можно будет его опросить? Завтра. До завтра, сонный покой. Спасибо, до завтра. До завтра. Шутейкин Максим Витальевич, если что. Я запомнила. Хорошо. Проснулись? Как себя чувствуете? Здрасте, Нина Михайловна. Так радуйтесь, как будто не в больницу попали, а пришли в магазин за мармеладом. Я вообще-то больше грильяж люблю. Угу. Я сладкая не очень. Вот селедку, да, грейпфрут тоже. Понял. Угу. Нина Михайловна. Что? Что со мной было? У вас было проникающее ранение, лезвие прошло рядом с почкой. Но, к счастью, все хорошо, почка не задета. Так что, если будете все хорошо вести, скоро можете поехать домой. Да, мне повезло, это правда. Я вообще такой счастливый сейчас. Это анестезия. Отдыхайте. Ты не ушел? А с чего я должен уходить? Совместно нажитое имущество. У тебя надо, ты иди. Мне не надо. Я просто хочу спать. Ну, потерпишь. Сейчас сначала мне расскажешь, кто отец. С кем я делил постель в последнее время? Давай рассказывай, а то что-то рога чешется. Петь, ну я прошу тебя. Козлину своего просить будешь. Вот теперь только его просить и будешь. А я тебе денег ни копейки больше не дам. Поняла? Какой план придумали, а? А они, значит, будут трахаться, а я их детей содержать. Петь, ну какой план? Я не прошу тебя его содержать. Зачем мне нужно было подсовывать этот тест, а? Что за садизм? Зачем? Что ты наделал, а? Нет! Ты серьезно, что ли? Нет!
Тихо. Нин! Нин! Да твою мать! Возраст какой? Вот. А, нет, простите, все. Все, ложный вызов. Да. Что случилось? Тебе плохо стало? Не знаю, обморок или... Я тебя сюда принес с кухни. Ты как? Петь, прости меня, пожалуйста, ладно? Все, что сейчас происходит, это мой самый страшный кошмар, Петь. Если хочешь, чтобы я ушла, я уйду. Не хочу, чтобы тебе было больно. Понимаешь, что это конец? Да, понимаю. Я приму любое твое решение. Поступай, как будет лучше тебе. Зачем ты вообще пошла в этот парк? И сколько их было? Трое. Двое держали, а третий... Ты их запомнила? Этого третьего, да. А почему в полицию сразу не пошла? Не знаю. Глупо, правда, да? Я так хотела... Хотела быстрее избавиться от всего этого, что... Я даже не помню, как я шла. Петь, пожалуйста, прости меня, ладно? Я не хотела. Я не хотела, чтобы тебе было больно. Если бы я знала, что так все будет... Петь, я тебя очень люблю. Я созвонился со знакомым юристом. Он говорит, что поможет тебе составить заявление в полицию. Говорит, шансов мало, но если там были какие-то еще эпизоды в том районе, то могут найти. Если найдут, я их, собственно, руками придушу. Сделай тебе самый бутерброд, у твоей любимой. Нин, ты меня слышишь? Я говорю, надо будет составить обращение, нужно будет подробности какие-то. Черт, как бы сделать так, чтобы он не понял, что ты моя жена. Ну, то, что потом пальцем будут показывать. Да. Нина Михайловна, у Маевского по дренажу кровь. Попов говорит, не знает, что делать. Вы скоро? Да, конечно, скоро буду вызывать такси. Угу. Кто звонил? Вера, медсестра. Медсестра? Хочешь, проверь. Да, Нина Михайловна? Я ему перевязку пришла сделать, а там крови столько. Спрашиваю, что случилось? Говорит, не знает. Но лицо такое, но видно же, что врет. Понятно. Маевский, вы что здесь устроили? Я каждый раз бегать из дома и спасать вас не собираюсь. Хорошо, УЗИ было свободно, ждать не пришлось. Хорошо, что ничего серьезного, просто гематома скопилась. Нина Михайловна, я нужна еще?
Нет, Вера, спасибо, можешь идти. Ну, а теперь честно. Курить бегали? Честно? И да, и нет. Что да, а что нет? Честно, что бегал. Это вам. Ну, сказать, что любите грейпфруты, а селедки я, правда, не нашел. Запомнили. Спасибо. Но больше так не делайте. Знаешь, что с насильниками на зоне делают? Мы сегодня рассказали. Короче, осталось только этих гадов найти, а там дальше братки уже покажут. Как насиловать, как бить, как рукой рот закрывать. Петь, пожалуйста, мне и так плохо. Давай не будем, ладно? Давай просто поедим. Да, извини. Ты, кстати, когда аборт делать будешь? Или что думаешь? Я этого выродка, что ли, растить буду? Нин. Петь. Доктор сказал, что это мой последний шанс. Это чудо. Я не могу. В общем, второй раз может не получиться. Да мне плевать, сколько у тебя шансов! Все! Я все сказал. Петь, подожди, давай. Просто с тобой спокойно поговорим, ладно? Спокойно поговорим? Вон, в парке спокойно поговори. Со мной разговаривать не надо. Люблю тебя, жить без тебя не могу. Ага. Все, не трогай меня. Я правда тебя люблю. Любишь? Ну, хорошо. Ну, не надо. Любишь? Ладно? Сделай аборт. Угу. Все, пока. Привет отцу-молодцу. Да хватит уже, Петь, хватит. Ладно? Ты понимаешь, что мне больно это слышать? Хочешь уходить, уходи. Издеваться зачем? Чтоб ты хоть что-то поняла своей башкой. Все. Пока аборт не сделаешь, меня не беспокоить. Петь, пожалуйста. Все! Петя!